Итак, ребята, всем привет, с вами снова Михаил, и мы находимся в игре Deus Ex Mankind Divided, и я, в общем, решил не записывать, как мы ездим на метро и занимаемся всякой там бесполезной ерундой по пути. Вот, так что мы сразу же стартуем от вертолетной площадки с Чиканы. Ну, во благо экономии времени. Вон он сидит, нас ждет уже. Миллер еще не пришел? Уже выдвинулся с группой Макриди к главным ангарам. Мы встретимся на месте. Ну что, готов? Так, внимание, если вы отправитесь дальше, незавершенные побочные здания будут отменены. Вы уверены, что хотите идти? Ну, у нас их просто-напросто нет. Да, погнали. Видимо, дело к концу игры идет. Лондон два дня спустя. А, двумя днями ранее. Вы сказали, что угроза реальна? Я понимаю. Но на кону тысячи жизней. Надеюсь, ты где-то ошибся. Я тоже. Ладно. Ладно, уберите своих, пока я с ним не поговорю. Конец связи. Планы изменились. Мак, ты и твоя группа встречаетесь с лондонским подразделением. Оцепите здание и ждите моей команды. Дженсен, мы будем на крыше. Проблемы? Готовы, господа? Мы на подлете к цели. Плащ возьми. Нет необходимости объяснять, что происходит. Нас ждет встреча с людьми, с аугментированными людьми, радикалами по натуре, которые столкнулись с притеснениями и решили, что единственный способ это исправить — разрушить все до основания. Возможно, нам и правда следует к ним прислушаться. Но не в такой ситуации. Возможно, дальше будет только хуже, но мы обязаны противостоять хаосу. Гости конференции рассчитывают на нас. Мы не можем их подвести. Доктор Миллер, я Натаниэль Браун. Спасибо, что согласились сделать все тайно. Строго говоря, у нас не было выбора. Вы угрожали законом о суверенности корпорации. Я дал вашему лондонскому отделению целый день на поиск взрывчатки. Они ничего не нашли. Дело не только в бомбах. Я также заменил всю еду и напитки, привлек дополнительную охрану из компании «Тарвас» и приказал людям сотрудничать с вашей командой. Поверьте, я очень серьезно отношусь к угрозе. Почему бы не отменить конференцию? Экстремисты уже не впервые угрожают сорвать проект «Тихая гавань». Проагментисты считают, что мы наживаемся на их несчастьях, устраивая новые города големов. Антиауги не хотят, чтобы аугментированные жили в мире. Отменив это событие, мы лишь подстегнем их решимость. Окей. Так, разъяснить. Те, кто запланировал теракт, необычные экстремисты, они убили Талоса Рукера. Если сегодня у них все получится, то они подставят коалицию за права аугментированных.
Отругать. Так, вы заменили еду и напитки, даже наняли новых людей. Думаете, этого достаточно? Ну, я даже не знаю, что мы тут делаем тогда. У вас все под контролем. Беда в том, что те, кто планирует атаку, хитрее вас. Не верю, что вы так безрассудны. Вы думаете, что если продолжите свое мероприятие, то как-то проучите террористов? Да, давайте разъясним ему. Те, кто запланировал теракт, не обычные экстремисты. Они убили Талоса Рукера. А если сегодня у них все получится, то они подставят коалицию за права аугментированных. Это правда? Откуда вы знаете? Это к делу не относится. Мы здесь из-за явной угрозы вам и собранию по Тихой Гавани. Эти люди хотят остановить вас. Они знают, что вы выступаете против акта о восстановлении человечества. Им нужно, чтобы его приняли. Их не волнует, сколько людей умрет, если только с вами будет покончено. А вот нас волнует. Вы агент Дженсен, не так ли? Дэвид Шариф мне о вас рассказывал. Вы, возможно, не поверите, агент, но я сегодня тоже хочу спасти жизни. Жизни ваших людей. Среди моих гостей сегодня несколько членов Совета Безопасности ООН. Я хочу убедить их в том, что акт ошибочен. Талос Рукер не смог остановить его принятие. А я могу. Где вы встречаетесь? В защищенной переговорной у главного зала. Люди из вашего лондонского отдела его уже проверили. Это не важно. В любом случае, я хочу лично осмотреть помещение. Агент Дженсен, вы свяжетесь с людьми из Тарваса, а остальные пусть заново обыщут здание. Разумеется, тайно. Глава нашего отделения Тарваса Лиам Слейтер. Он ждет вашего агента в центральном офисе охраны. Агент, вы можете идти. Держите нас с Макриди в курсе событий. Мистер Браун, покажите, пожалуйста, переговорную. Окей. Встретиться с Лиамом Слейтером в главном офисе. Безопасность на конференции. Что у нас тут интересного? Давайте посмотрим. А, туда я не могу даже прыгнуть. Ага. Окей. Ну, я тут погуляю еще, посмотрю, что у кого. Конечно же, ну конечно же, не видно же. Вау, вот это дискач у них там. Так, две двери я пока нашел. Ага, и тут еще можно зайти, да? Не шутят, четвертый уровень безопасности. Да должны успеть. Нет. Вот так вот. Так. Следопыт. А где пульт? Интересно. Тут вообще все под напряжением. Это как бы типа не очень. О, здрасте. А, ну просто было плохо видно, куда прыгать. Вот так вот. Успокоили. Так, всякие патроны, взломы.
не особо они нам нужны, но... Так, тут ничего, да? Окей. Так, я тут где-то... Ну-ка, прыгай. Вон там видел дверь. Фаг. Ух, пятый уровень. Отлично. Так, о, еще следопыта нам дали. Но они прям не успокаиваются, все дают и дают нам. Еще с крыши можно залезть, да? Так. Ить. Готово. Так, вижу спуск. Вперед. Такое. Блин, люк-то все-таки был. Ну да ладно. Точно ничего не пропустил. А то, мало ли. Тут можно зайти. Тут можно зайти. Элевейтор, лифт. Ничего. Попробуем тут тогда для начала. Я так понимаю, да исследуем полностью крышу. Ну-ка, тихо. Доступ разрешен. Отлично. Сюда на кой? Ради этой штуки, что ли, только? Опа! Вижу цель, иду к цели. Так, да и вроде нечего здесь больше делать. Сохранямба. Так, вот эту главное не перепутать. Нам ее надо оставить. 21.55. Так, вот. Алекс, я в Апекс-центре. Браун сегодня собирает тут членов Совета Безопасности. Тех, кто симпатизирует Аугам. Ты понимаешь, что их надо спасти любой ценой? Янус. Ты что, подслушивал? Прости. Я подумал, что сейчас это оправдано. Ясно. Если мне понадобится твой совет, я сообщу. Иллюминаты однажды уже попытались повлиять на эволюцию человечества. Тогда у них не вышло, и теперь, похоже, часть из них хотят полностью истребить таких, как ты. Их нужно остановить. Возможно, только Браун с его сегодняшними гостями на это и способны. Адам, Янус прав. Посмотрим. Ой, выпустите меня. Фаг. Мы профессионалы, сэр. Так, газета. Лос-Анджелес готовится к АУК-Олимпиаде. На время АУК-Олимпиады, которая начнется в середине февраля, Лос-Анджелес планирует увеличить число полицейских на 50%. Что я могу сказать? Прокомментировал это решение мэр Хавьер Круиз.
Круз. Люди любят спорт, независимо от того, есть у него аугментация или нет. Я собираюсь защитить спортсменов и болельщиков от любых происшествий, кроме природных катаклизмов, естественно. Ученые критикуют Китай. Научное сообщество подвергло критике решение китайского правительства не принимать участие в глобальном климатическом саммите, который пройдет в столице Камбоджи Пномпене. Китай стал шестой страной, отказавшейся от саммита в пользу конференции «Тихая гавань». Доктор Пилар Терран, главная докладчица ГКС и пионер геоинженерии, заявила, что акт о восстановлении человечества важен лишь небольшой части мирового населения, в то время как изменения климата оказывают влияние на всех нас. После извержения вулкана в кальдере Вилама в 2016 году Терран предложила радикальные меры для предотвращения климатических изменений в Боливии. Увеличение числа землетрясений, вымирание пчел, сокращение биологического разнообразия, повышение уровня моря в Камбодже можно заметить невооруженным глазом. Если, конечно, вы найдете время посетить саммит, заявила доктор Терран. Попа-кола, лол. Окей, так, тут машинка, наверное, сидит. Да, сидит. Ну, конечно же, ну, не был бы это тогда Deus Ex, да? Что у нас тут есть? Вот так, вот отлично. Сюда мы еще залезем. Да мы прям везде можем проникнуть. Ну, типа, ходить просто мы можем только в предбаннике. Вот в этом. Ну ладно, окей. Так, сюда зайдем, но я хочу посмотреть, куда вот это ведет. Развилочка. Ага. А нет, стоп, вот этого я не видел. Она выходит в шахту. Миллер, Дженсен, мы заперты. Что здесь происходит? Дженсен, ты со Слейтером говорил? Нет. Черт. Главный офис контролирует все здание. Иди туда и узнай уже, что происходит. Понял. Свяжусь с вами, когда буду в офисе Слейтера. Так, стоп. Возможно, я что-то сделал не так. Может, со Слейтером можно поговорить? Попробуем сейчас еще раз. Мне не нравится, что это задание закрылось. Так, отлично. Уходите. Доступ в эту часть здания закрыт. Только для сотрудников охраны. Слейтер меня ждет. Слейтер? Ах, да, конечно. Он сейчас, к сожалению, занят. Срочное дело. Я здесь как раз по этому делу. Прошу прощения, вы откуда, я забыл? У него там кровище, короче, можно заметить сзади, на стене. Послушай, я должен встретиться с Лиамом Стивенсом, вашим боссом. У меня нет времени ждать. Ты не мог бы связаться с ним по радио? Знаешь что, не надо, не хочу его отвлекать, если он занят. Приду позже. Кого ты пытаешься обдурить? Теперь медленно отойди назад и покажи мне руки. Ну-ка, а если обмануть? Послушай, я должен встретиться с Лиамом Стивенсом, вашим боссом. У меня нет времени ждать. Ты не мог бы связаться с ним по радио? Я сделаю даже лучше. Подождите здесь, я лично скажу Стивенсу, что вы к нему пришли. Так, хорошо?
Миллер, Макриди, меня отказались пускать. Я говорил с охранником, и он... Что-то явно не так. Макриди, и Старвоса с тобой связались? Нет. И это, кстати, странно. Черт. Если в здание уже проникли, мы... Неважно. Продолжаем работу. Дженсон, зайди в офис Слейтера и узнай, что там такое. Вас понял. Мак, немедленно высылай группу поддержки. Я уже иду. Вот так вот, охренеть. Так, ну я еще просто знаю некоторые подробности этого задания. Они не ожидали засады. Чего не ожидали засады, говоришь? Вот, с учетом некоторых подробностей этого задания, его нужно выполнять на самом деле очень быстро, но я так не умею, я хочу ходить, исследовать, изучать, но как бы то ни было. Соединили. Так, ну от камеры нам надо все равно избавиться. Так, что у нас карманный секретарь, о чем вещает? Максим, ты дежуришь в среду вечером. Как только будешь в главном офисе, войду в систему как новый пользователь. Остальное сделаю удаленно. Тихо, тут 30 секунд умотаться времени. Вот и все. Ого, у них тут. Охренеть. Так, выключаем все это, им не надо. Так, все, больше ничего тут нету. Окей, сваливаем. Идем искать трубики. Так, тот чувак не вернулся все еще, да? Но мы отключили все эти охранные панели. Что уже тоже неплохо. Так, ну, первый уровень должны быстро взломать. Да ладно, с порога уже. Доступ разрешен. Тын-тын-тын. Привет, дружок. Лучше мы закроем следы своих злодеяний. Так, тут нельзя заэтовать, нет? Лужа крови. Здесь много крови, вероятно, кто-то умер прямо здесь. Угу, не без этого. Хо-хо. Так, а вот это нам не надо на самом деле. Вот это бы я выбросил. Так. Выбросить. Это тоже выбросим не надо. Так. У нас этих скопилось много. Как его, как его? Вот этих вот. Да, болтов. Поэтому... Сделаем клеточных батарей лучше. И находим золотую маску. Эта маска похожа на те, что носили люди Марченко в комплексе Гарм, только вся в крови. Соединили. Так, вот так делаем и читаем.
Тарвас история, миссия компании. Заберем, защитим, завезем. Служба безопасности Тарвас, головной офис, который расположен в Лондоне, а филиалы по всему миру, по праву считается лучшей частной охранной компанией в мире. Ни один конкурент не сравнится с ней в надежности, профессионализме и эстетических стандартах. Предоставляемые компанией услуги включают обеспечение безопасности публичных и частных мероприятий, объектов сопровождения транспорта, охрану физических лиц, оценку риска и кризисное управление и надзор. Служба безопасности Тарвас гордится тем, что нанимает лишь лучших из лучших и относится к ним с должным уважением. Хотя некоторые из сотрудников нашей компании прежде работали в Bell Tower, никто из высшего руководства Тарвас никогда не состоял в этой организации, ее филиалах или дочерних компаниях. Ну, конечно, конечно. Так, компьютер есть еще у нас тут. Думал, с Тарвасовцами потруднее будет. Говорит, с Тарвасовцами потруднее будет. Блин, я хочу почитать, но неудобно будет. Ну-ка, если старую методу попробовать. Вот так, вот так. Во. Генеральный директор, хочу... Блин, прокрутись вниз, зараза. Генеральный директор, хочу поблагодарить вас и ваш персонал за превосходную работу в последние несколько недель, и в частности в течение последних 24 часов. К угрозам никогда не следует относиться легкомысленно, а ваша команда разобралась с одной из них, связанной с нашим мероприятием с первоклассной эффективностью. Отличная работа, сэр. Сегодня вечером я надеюсь на такую же эффективность. Хочу подчеркнуть, насколько эта встреча важна. Если что-нибудь случится, это повлияет на жизни миллиона людей. Продолжайте в том же духе и поделитесь этим письмом со своими ребятами. Благодарю вас, Натанель Браун, глава Санта-Круп. Отличная работа, ребят. Ага. В продолжение нашего разговора отправляю к вам агента Интерпола по имени Адам Дженсен. Надеюсь на ваше полномасштабное сотрудничество. Воспользуйтесь его опытом для обеспечения безопасности. О, как это мило с той стороны, чувак. Да, все-таки работает эта схема, что ты типа сидишь как будто за столом и читаешь. Они нас даже не заметили, они просто тупые. Так, вот эти штуки не должны тут работать. Из главного зала зашел не на тот этаж. Вот и дело. Ладно, заскучает. Ой, они что, рядом с нами где-то говорят? Ой-ой. Так, никто к нам не идет, хорошо. Просто они, наверное, больно громко говорят. Так, что у нас тут? Следопыт, это я, да. Совсем выключить. Совсем нельзя, да? Миллер, Макриди, здесь трупы Тарваса. Террористы явно тут. Черт. Так, парни, слушайте. Мы чего-то подобного ожидали. Так, стоп, а кабинет Слейтера мы чего? Блин, да что ж у нас задание за заданием проваливается? Я его попробую выполнить. Так, еще раз попробую все-таки добраться до кабинета Слейтера.
хоть, конечно, очевидно, что мы тут застали бы этих ребят за работой, скажем так. Просто мне кажется, на нас там нападут, ну, по-хорошему. О, у меня же здесь ничего не взломано, камон. Фак. Ну, окей. Кто это был? Болванка? Это они, кстати, про меня там говорят. Так у нас все в полном порядке. Так, вот это. Скоро мы узнаем, как это закончится. Да ёб твою мать. Дайте следопыта моего и все, пойду я. Так, а безопасная зона-то все равно вот только и всего, да? Ага. То есть в кабинет не пробраться, не пройдя здесь. Ага. Так, ну значит я в принципе по верному пути шел. Ну, наверное. Давай, разблочивайся. Стало. Ха, лол. Так, все отлично. Сейчас мы сохранимся на этот раз. Тихо. Система в порядке, подтвердите. Так, а вот через сюда, да, мы можем, наверное, попасть, но сейчас попробуем в инвизи пробежать. Так, чисто исследование ради. Нет, подтвердите. Чуть не врезался в нас, слышь, посмотрите, каков наглец. Все под контролем, прием. Зеленый статус, прием. Миллер, Макриди, здесь трупы Тарваса. Террористы явно тут. Черт. Так, парни, слушайте. Мы чего-то подобного ожидали. Мак, далеко тебе до главного офиса? Захожу на лестницу. Черт, твою мать, двери заблокированы. Отсюда мне только назад. Дженсен, в офисе Слейтера должен быть аварийный переключатель блокировки. Открой двери, чтобы Мак и его команда снова могли двигаться. Вас понял. Зато мы задание выполнили. Хе-хе. А на кое я собираю все это говно, если я его использовать не буду? Ну ладно, выброшу, если что, уж так и быть. Не буду заморачиваться. Че, газетка новая? Нет, эту мы видели. Я думаю, что мы не встретим больше газеты от этих, как от пацанов-то этих, как их зовут. Ну, вы поняли. Сам издат. Первая фаза завершена. Слейтер, Лестер Добб собирается установить новый антивирус в вашей сети. Ему нужен код для обхода защиты. Поможете ему? Я сказал, чтобы он ждал сообщения от вас, так что не могли бы вы выполнить мою просьбу немедленно? Все работает. Подтвердите. Проверим.
Лестер, МакГоуэн сообщил, что для установки нового антивируса тебе необходим код для обхода защиты. Сейчас система в идеальном состоянии, и такой она должна остаться, стабильной. Но если ты налаживаешь... При установке новых программ она тебе быстро об этом сообщит. Если ситуация выйдет из-под контроля, введи 5359, чтобы отключить блокировку и снова получить доступ к системе. Окей. Спасибо, шеф, весьма благодарен. Эй, шеф, возможно, вы заметили небольшой глюк в системе безопасности. Похоже, активировался во время нашей ежедневной операции по устранению багов. Но я обязательно все проверю. Система должна вновь заработать через несколько минут. Подтверждаю. Так, а еще я знаю, что нам нужно. Давно пора вот эту вот штуковину вкачать, она нам пригодится. Так. Че? Уменьшает стоимость улучшения и сборки. Не знаю, а вот это че? Отлично, мы все это возьмем. Нам это все пригодится. Это все очень полезные штуки. Так. Так, это когда надо свести жертвы к минимуму? Ну, пока не надо. Так, что дальше? Во-первых, я буду сейчас все собирать, чтобы это все ломать, превращать это в пакеты. И, соответственно, максимально по стелсу двигаться, никого не трогать. Ну-ка, как это вообще выглядит? Ох, какой матерый дробовик. Дробовик-разрушитель. Использовать, переместить, убрать, раз... А как? Подождите. А как разбирать? Стоп. Стоп. Позволяет разломать оружие. Ну. Еще раз покажите. Блин, не видно ничего. Настройка дисплея была изменена. Хотите ли вы сохранить? Чего? Вот я хочу этот дробовик разобрать. Использовать, изучить. Может, модифицировать. Убрать, выбросить. Убрать. А вот эти штуки можно? О, божественно. Вот это по мне, а вот это нельзя убрать. Убрать, мы сейчас будем называть это так, типа в кавычках. Так, отлично, мне вообще нравится подобная методика. Так что появился у нас хотя бы стимул собирать пушки. Так, сохраняем без. Вот, вот так, вот это 21.55 не трогаем. На позицию. Так, пароль. 5359. Системы в порядке. Подтверди. Друзья мои, в последнее время мир погрузился во тьму. Но там, где тьма, есть и возможности. И мы не должны их упустить. Мы — это те, кто может вернуть миру свет. Кто, если не мы? Мы должны принять эстафету и добиться того, чтобы каждый аугментированный мог жить достойно. Я хочу предложить тост. Миллер, Макриди, на мониторах видно, куда еще забрались наемники. Они в зоне обслуживания. Еда там. Я тоже вижу эту зону. Похоже, фальшивые тарвасы попадают в главный зал через охраняемую дверь. Вот черт, они там везде ходят среди гостей. Что они затеяли? Почему не стреляют, сволочи? Дженсен, есть там Марченко или Орхидея? Нет. Миллер, можете дойти до Брауна? Я иду к нему, только... Дженсен,
Нам надо знать, есть ли там орхидея. Спустись туда, осмотрись и найди ключ к этой двери. Понял, но было бы проще, если бы я знал, сколько там охранников. Я загружаю их маршруты тебе в глазную аугментацию. Только нам там шумиха не нужна, так что убирай их по-тихому. Мак, ты срочно выходи к Дженсену. Я найду Брауна и уведу его. Удачи. Охренеть. Чё у нас? Найти ключ-карту к зоне обслуживания. Так, отсюда нельзя какими-нибудь окольными путями выбраться? Нет, судя по всему, нет. Все под контролем. Турель еще там палит. На следующую точку. Подтвердите. Подтверждаю. Так, надо, чтобы он ушел, потому что он на шум двери немножко сагрится, а нам это не надо. Отлично. Тихо. Чисто, подтвердите. Все чисто. Прием. Я ожидал большего сопротивления. Круто. База ненадежна. Придется искать новую. Подтвердите. Подтверждаю, возвращайтесь. Здание в норме. Вали. Все спокойно, подтвердите. Не знаю, насколько безопасно так стоять взламывать. Быстро, только очень быстро. Доступ разрешен. Отлично, это вообще было очень быстро для 4 уровня. Тихо. Все спокойно, подтвердите. Там один кто-то сюда бежит, но надеюсь, все окей будет. Все что ли? Так, включаем им вообще все. Сетевой адепт. Так, этот хер сюда идет. Восстановим заряд немного. Че, он даже не зайдет сюда? Так, потоптался. Тьфу, лошара. Хулахуп, круто. А вы держите себя, парни, в форме, я смотрю. Блин, чё так медленно? Я нажимаю, почему-то не сразу срабатывает. Доступ разрешен. Внимание! Предварительный осмотр здания завершен. Взрывчатки обнаружено не было, но это не означает, что можно расслабиться. Будьте как можно внимательнее. Мы отвечаем за безопасность наших гостей. Главное — спасти жизни, остальное не важно. А если кто-то покажется вам подозрительным, отведите его в сторону и проверьте документы и пропуск. Если будут жалобы, скажите, пусть обращаются ко мне лично. Все должно пройти идеально. Так, одно письмо, да? Привет, Шон. Мистер Браун попросил заменить абсолютно все напитки и еду, подготовленные для конференции «Тихая гавань». О нашем дядюшке Скрудже МакГоуни можешь не беспокоиться, я его уговорю. В первую очередь нас интересует безопасность, а не доллары и центы. Это Браун сам сказал. Привет. Ок, понял. Всегда лучше перестраховаться, правильно? Еду я все купил. МакГоуэн, наверное, до сих пор трясется. Сделай новый заказ. Сроки довольно сжатые, но вроде успеваем. Тут ребята говорят, что шампанское прибыло. Куча ящиков. Так что даже если еда опоздает, нажраться они всегда смогут. Отлично. Спасибо, Шон. Сделай одолжение. Отнеси пару бутылок игристого в VIP-зал. А код такой... Ага, понятно.
порядке. Наблюдение установлено. Так, я бы еще посмотрел, что там интересного внизу. Так, вот это сохранение, я думаю, оставить. Хотя, где оно? Ну, почти в самом начале. Да, давайте мы его оставим. Вот два сохранения у нас будет. Все работает, подтвердите. Принято. На позицию. Фу. Просто не верится, что нашу сеть так легко взломать. Результатом будет цунами, подобных которому не было с палеолита. Звучит ужасно, не правда ли? Ну, у них, конечно же, ничего нету. В прямом эфире. Подтвердите, что по патрулю чисто. Начинаем базу 2. Санта-Перус. Археологическое строительство. Что, задачило тебе это? Сам, восстанавливая прошлое, создавая будущее. Вернемся в Нью-Йорк. Сектор честь, патрулируем. С 3507 постановлением Совета Безопасности ООН. Так, тут компьютеров никаких нету. А нет, вижу. Вижу, там этот карманный секретарь лежит. Слишком сильных и зарегистрированных аугментаций добровольно с ними расстаться или заменить их на разрешенные варианты. В случае отказа предусмотрен арест и перемещение граждан в особые места, предназначенные для проживания аугментированных. За актом стоят... Привет, Кейт. А в среду вечером к нам переводят новичка из восточноевропейского офиса. Думаю, он говорит по-английски. Но уровень мне неизвестен. Зовут Максим. Покажи ему IT-отдел, познакомь с ребятами. Счастливо. А где Кейт тут? Сектор честь. Патрулируем. Когда из-за неисправных аугментаций погибли миллионы. Противники акта устраивают протесты по всему миру. Пометить? Пока что их риторика тихо, и тихо, тихо. Действия привели только к обострению диалога с обеих сторон. Мы будем пристально отойди. Следить за событий вокруг акта ООН. Подтверждаю, он с фингалом, что ли? Возвращаемся, чисто. Эриал, это новейшие технологии для вас. Наши продавцы. Так поняли. Я замучил уж бедного парня. И более тысячи уникальных решений для вашего удобства. И реал, до неба и выше. Итак, первые серии репортажа... Отбор, так, ничего. Пока восстанавливается там. Так, что значит склад? А, да, я вспомнил. Нет, так нет. Так, убрать. Еще и лишнее что-то осталось. Это хорошо. А вот эти можно убрать? Нет, нельзя. Эти можно зато. Гранаты тоже можно. Круто. Ну ладно. О. Так, да вроде бы и все. А вот это оно требует чего-нибудь? Потребление энергии средней. Возвращайтесь. На этой неделе мы... Так, сохраняемся. А то мы тут один кабинет что-то мусолили. Рабия, город будущего. По словам создателей Рабии, это... Так, тут у нас что? Подтвердите. Сейчас у меня восстановится батарея. Пойдем изучать. Я ожидал большего сопротивления. Все работает. Подтвердите. Принято. На позицию. Все чисто. Ну, это я знаю примерно, куда ведет, чисто. Поэтому... Подтвердите. Так, надо отойти, подзарядиться. Вот тут мы это сделаем. Фух. Ну, это мы обратно выползем туда в офис. Мы сюда залазили уже, я обратно вернулся сразу же. Сейчас батарейку остановим. А то
Туда нам зачем? Найти ключ-карту в зоне обслуживания. Действительно, в самое начало надо переть. Это все на разбор, соответственно. Блин, а я уж заставил этим. О, будто и не было меня тут. Они не ожидали засады. Что еще я тут разобрать могу? Все что ли? Так, администратор, да? А что это, кстати, здесь у нас тупик что ли получается? То есть оттуда нам дальше некуда двигаться? Раз, раз. Крыша, 7-й уровень, 6-й уровень. Я прям быстро очень пробегусь, удостоверюсь, что некуда там больше. Пометить? Вас понял. Подтверждаю. Что там у тебя? Понял. Подтверждаю. Ну да, нам здесь больше нечего делать. Подтвердите, шум! Ну, держите. Прием. Подтверждаю цель. Пометь. Есть у меня гуманно. Держу позицию! Блять, ну ладно, это было забавно. Хотя бы мы знаем, что теперь они могут в инвиз прыгать. Радич Николадзе, лидер организации Двали в Праге. Он моложе своего заместителя, но мстительная бескомпромиссная натура сделала его самым влиятельным криминальным авторитетом в Европе. Но у него есть свой скелет в шкафу. Мало кто знает, что в юности Николадзе тесно сотрудничал с русской мафией, а теперь прочно связан с ней обязательствами. То есть он там, возможно, кому-то что-то остался должен. И понятненько все. Ладно, ладно. Всякое бывает в жизни. Так, ливаем оттуда. Типа ничего и не было. Так, я в главном зале. Вижу охранников, но у кого ключ-карта, непонятно. Да тебе долго искать не придется. Их всех вынести надо. Нельзя же никого оставлять, так? И действуй тихо. Я рядом с тобой. Давай, скоро увидимся. О! Макриди, сколько радости я в твоем голосе слышу. Так. Давайте мы тогда здесь сохранимся, а продолжим уже в следующей серии. Так, это было у нас задание, которое называется... Называется... Безопасность на конференции. Вот, а на этом всем спасибо, кто смотрел. Всем пока и удачи. Точно все. Ничего не провалили. Окей.